Мы не должны ссориться с Россией, которая у нас тут в Сирии. Огромная страна с военными базами. Раз. Два. 36 раз при Зеленском только Украина голосовала против Израиля в ООН. Ее герои — это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев. Это Шухевич. Это эсэсовец. Это Бандера. Это Стецько, который говорил, что весь всех евреев нужно уничтожить. Ярослав Стецько. Это Хмельницкий, убивший 300 тысяч евреев. Каждый год в Киеве шел парад СС дивизии Галичина. И наш МИД протестовал против этого. Это мрази. Это неонацистский режим. Я вас попрошу высказываться немного более корректно. Я говорю так, убита половина семьи бендеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины. Им ставят памятники. Улицы называют их. И это не российская пропаганда, а это слова израильского МИДа. Мы много раз говорили, наш посол в Киеве говорил, Бандера не герой, а преступник. В Яд Вашеме, можете посмотреть, написано, нацистский коллаборационист и преступник. Украине нужно раскаяться. Да, режим. В Ютьюбе введите Бандера Но фашист. Но мы не о прошлом говорим, мы говорим о настоящем. Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с огромной страной, военной базой которой находится в Сирии, и которая может по мгновению вот так вот пальцев настроить против нас. И Хизбаллу, и Сирию, и Иорданию, и многих других арабов. Я благодарю вас, Михаил. Пожалуйста.